Друзья, по предварительной информации, по Одессе был нанесен удар баллистическими ракетами. Всех просят пройти в укрытие, потому что пишется, что работает над Одессой работает авиация. Ну, сказать честно, никаких самолетов не слышно. Я думаю, на видео тоже слышите, что не слышно, чтобы самолеты шумели. Короче, вот такие вот у нас дела сегодня. Кончилась тишина, которая была несколько дней, и выходные. В тишине мы уж явно не проведем. Я на связи, держу вас в курсе событий в городе Одесса. Поэтому обязательно подписывайтесь. Всю информацию стараюсь быстренько для вас предоставлять.